На этой неделе Госдума приняла закон о налоге для самозанятых. Зачем этот закон нужен нашему государству? О боже, мне совершенно он не нравится, чтобы лишние налоги, наверное, забирать, я не знаю. Просто что еще забирать, как не налоги, зато все законно. Государство, да. Для людей, которые работают на себя, тяжело станет. Денег больше собрать. Фрилансеров. А как вообще к этому относитесь? Ну, девушка, мне сейчас как бы... Ужасно отношусь, это несправедливо. А как быть с домохозяйками, как вы думаете? Они же получают доход, поэтому должны то платить налоги. Мы платим налоги. Мы работаем, официально трудоустроены, мы платим за это процент государства, поэтому самозанятые, я считаю, что мы должны платить налоги.